Варю дамплинги. Сейчас похаваем. Вот такие вот дамплинги. Ну чё, вареные дамплинги в наличии? Чик, сюда мазик обязаловка. Потом чик какой-то в КБшечке увидел. Кетчуп анжи-лимон. Анжи-лимон надо заценить. Анжи-лимон. Чик анжи-лимон. Анжи-лимон. Давай, давай, давай. Вообще, вообще, конечно же, их надо жареные жрать. Но иногда можно и вареные. Чтобы понимать, какие они вкусные жареные. Давайте с анжи. Анжи. Странный вкус у анжи. Вот почему, когда они вареные, они почти не отличаются от пельменей. Почти. Так и видно, что там травка. Но, блин, когда они жареные, они очень отличаются. Анжи. В общем, что сказать по анжи? Анжи. Ну, кетчуп, ну какой-то непонятный. Но не стрёмный. Заключительный с майонезом.